любишь киберспорт? Не хочешь пропустить ни одной новости про свою любимую команду? Хочешь знать все о киберспортивной индустрии? Только у нас собраны все самые важные новости про спорт. Подписывайся на канал, ссылка в описании. Ну что еще? Привет, пап, я твой фанат. Я не понимаю, почему тебе приходит столько хейт-донатов. Для меня ты очень яркий человек. Хотел у тебя спросить, как ты относишься к мужскому анальному сексу. Спасибо, целую тебя в твой шоколадный пончик и твои молочные доечки. Хочу уже, чтобы ты снял футболку и облил меня молочком. А где он? Блять, тупорылый, сука. Такая тупость. Ёбаный стыд. А что должен был сделать? Как он не умер? Это пиздец просто. Ну ты урод, бля. Как он еще не умер? Ему нормально так всадил, у него там было левел 3 броня. Ты из-за этого не умер. Сколько хитпоинтов? Ну, левел 3 броня засейвила, конечно. Как он не умер? Ну, блядь, левел 3 броня засейвила, пиздец. Кайф. Добрый почан, так в скобочках нет. Ну что еще? Почини звук, Алан. Прием. Удачного стрима. Какой шанс, что он наебывает? Он обзывается, поэтому шанс на то, что он наебывает, близится к 100%. Я не поверил ни на секунду, что у меня звук не работает. Вот как может звук сам по себе пропасть? Вот в любом случае, если звук сам по себе пропал, в любом случае, давайте предположим, если звук пропал, как это, anyway, может быть моя вина? Типа, как может звук пропасть, когда он работает, правильно? Как это возможно? Так не бывает. Рафлана.ру. Ну го, проверим. Но так не бывает, это невозможно. Так я молчу просто, а не звука нет, я просто молчу. Звуки клавиатуры слышно, значит, есть звук. Я просто молчу, блядь. Че, помолчать нельзя или что? Блядь, я оружие приключил. Я оружие приключал, пиздец, ошибка. Изи. Если бы я оружие не переключал, не было бы такой оплошности. Это Батуа. Батуа за величайший. Ой, не-не-не-не-не. Блин, машина, конечно, меня палит. Еп! А! Ло! Блять! 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 Ёбаный рот! Ебать! Да ёбаный рот! Я ж зачем? Блять, я ж ему, блять, да ёбаный рот! Да как так получилось? Я ж попал в него. Ну, бля, опять не повезло. Сколько хитпоинтов осталось? Я ж, по-моему, в голову попал сразу. Да, блядь, ну опять ну, блядь.
Я больше не верю вам, чатик. Вебка не работает, звук не работает. Все работает. Единственное, что было, это лаги пару раз, потому что у меня инет отрубался. Мне за полтора часа три раза инет отрубился полностью. То есть, прикиньте. Скорость была ноль ровно. Какие-то, наверное, неполадки у провайдера. О, вот нормальный сервак, смотрите. Сразу начинается игра, то есть шанс на снайперов минимальный. И 99 человек. Моя оценка сервака. 5 пальцев вверх из 5. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя, повторюсь, опять же, в PUBG стало сложнее снайпить намного. Когда я стримлю с задержкой, и учитывая пофикшенный, ну, пофикшенный снайпинг через лобби, теперь снайпить намного сложнее. Именно поэтому я стримлю PUBG, а не авточес. Так бы я поиграл в авточес. На самом деле, ну, наверное, сегодня мне больше хочется поиграть в авточес. Потому что, ну... У меня режим просто в лютом дерьмище. Я себя убитым чувствую. Есть подозрение, что я себя не возьму топ-1. Мне сегодня не до шутеров. Но мне на самом деле нечего стримить, кроме PUBG, получается. Из того, что я хочу, разумеется. То есть я ж не буду стримить то, что я не хочу через силу. PUBG мне по кайфу. Ну что еще? Я могу стримить авточес? В скобочках нет, потому что я снайперы. Я тебе там под окном нарисовал кое-чего. Гля. Надеюсь, тебе понравится. Люблю тебя. Вот, ща выбегу, бля, гляну, я не знаю, чел. Ты рофлишь? Ну что еще? Кубля задержка. Ты зря недооцениваешь камбу богов. Стабильно с ней занимают топ-бал. Сливают только пульгоблины или челы с ним башматом. Смотрел фильм. Я не недооцениваю. И КСТА, как тебе фильм, а не пунчмань? Спасибо за... Нет времени, сейчас круг, круг идет. Подождите, подождите, КС, подождите, пожалуйста. ПНТВ, КГБ, Г и БДД. ПС, все ждут гайд по шахматам. Я тоже. Ну как, я давно говорю, что он будет. Его до сих пор нет, блядь, какого хуя хз. Бля, да что, да что... Готов. Там, кстати, неплохой контент у него может быть. Надо подождать. Мне могут убить сзади, интересно. Ну, бля, это маловероятно. Если что, вниз посмотрит, меня может захуячить. Но это супер маловероятно. Там у него и реально контент есть, кстати. Там у него гелисьют и шлем третий. Я пойду контент подниму. Я пошел. Минус сердце! Пизда. Он рыль был там, блядь? Как это возможно? Я могу выжить? Он мне даст залутаться? Кнопки! Ёбаный, сука! Блять! У меня кнопки заговнились! Блять! Пойду умоюсь как. Сука! Кто-то идет. Блять, я альтабнулся в этот момент. Все, пизда ему. Зря не отхилился сразу. Ошибка. Я, короче, такую хуйню сделал. Вообще, то, что я снайперку достал. Я, короче, такой дебил, я такой конченый дебил. Я такой ебаный дебил, что словами не передать. Во-первых, я снайперку достал. Зачем я достал снайперку, если мог его убить с автомата, изи? У меня был компенсатор, у меня все было, зачем я достаю снайперку? Он был на открытом пространстве, я решил со снайперки выстрелить. Зачем?
Зачем достал коряк? Я сегодня две... Ну, окей. Эту игру я точно слил, потому что я дебил. Я просто супер конченый дебил. Я просто дебил, дебилище. Дебил, блядь, конченый дебил. Просто худший в мире дебилище. Даун. Просто пиздец. Зачем? Как? Блядь, нахуя? Ебать. Плюс 24 рейтинга зато. Ебать, дебил. Какой же я дебил? Дебил, дебил. Нереальный дебил. Как, блядь, какой дебил? Дебил! Ебать. Да за шо? Вот это я дебил. Ебануться, вот это я дебил. Такую игру слить. Легкая катка. Легкая, легкая. Легчайшая для величайшего. В скобочках нет. Блядь. Какой же даун. Вот это обидно. Какой же я тупой. Блядь, что я сделал? Ну зачем я слил катку? Ну легкая катка была, легкая китка. Легкая киточка была, вообще прям легкость соляры. Просто берешь и заливаешь соляру. Зачем было заруинивать? Зачем я заруинил? Просто легкая китка, просто легчайшая. Понимаете, я за камнем, он на открытой местности. У меня компенсатор, вертикалка. Нет, не вертикалка, ну неважно, там гриб, тоже нормально. Компенсатор и это сзади. Ну что еще? Бадсток. Короче, я такой тупой, ебать, блядь. Какое же легендарное прохождение будет от Папани, если он возьмется за TWD. Ой, блядь. На протяжении всего прохождения Папанистер, главное, спойлеры не смотри. Я еще Ведьмака хотел заново мэби начать. Короче, ну... В ближайшее время из того, что я хочу почекать, это Tekken 7. Еще? Tekken 7 хочу посмотреть. А какое твое визуальное впечатление? Никакого. Прочука ее на ютубе. Чел, никакого. Может понравится. Плиз, не души. Блэд, не души. Блэд, плиз. Блэд, плиз. Не души. Блэд, плиз. Блин, это я дебил. Давно я так не тупил? Я прям супер дебил. Прям дебил. Прям нереальный дебил, прям вообще такой дебил. Достал коряк, постреляться. Что, зачем? Почему, блядь, зачем? Еще я отменил аптечку. Я еще аптечку отменил. Я аптечку отменил. Почему, блядь, дебил? Ну что ж такое, ну что ж за дебил? Ну хоть голову разбей об это дерево, ебать, блядь, какой же дебил? Дебил, дебил, дебил. Блядь, я хочу подписаться, дебил. Могу себе ник поменять на дебил или нет? Наверное, нет. Тут же нельзя менять ник. А за деньги можно, кстати. Пиздец, какая же ошибка. Ну что еще? Ну проебался, бывает. Бери себя в руки. Вот чел стреляет с коряка, когда надо. На последнем микропатроне! Я бы сейчас отлетел. Вот чел, короче, с меня пример только что взял в последней игре. Спрашивается, нахуя стрелять со снайперки, если для этого нужен колоссальный скилл? Просто это типичная ошибка всех, кто не задрачивает. Вам нужен колоссальный уровень игры вообще, чтобы стрелять со снайперки. Типа, ее даже брать не стоит, но я ее возьму. Чтобы еще одну залить игру. Так же само. Пора чисто на даунищах. Вот чел ползает. Куда ты там прилег, блядь? Где 5 человек, блядь, прячется? Здрасте. Аптечку я не могу применить, только бинт, правильно? Аптечка не получится. Не применился бинт, странно. ГГ, я зато проебал. Я выиграл? Нет. Как он выжил? Как... Нельзя же хилиться. Бля. Разве можно хилиться в сеньке?
А, ну, я понял, как он выжил. Все правильно. Ну, бля, короче, меня это бесит, это полная хуйня, если честно. То, что нельзя хилиться в синке, это пиздец бесит, это неправильно. Бинт я, по идее, мог успеть, но не решил бы, скорее всего, да. В пизду. Я понял, как он выжил. Когда он сверху, у него неограниченная, ну, он может в самом центре стоять в итоге. Он видит, куда круг сужается, он может все-таки стать в самый центр. А меня стенка поджала, я уже не мог дальше пройти. Ну, блядь, раньше я такие игры, когда выигрывал, потому что я хилился медкитом аптечкой. А теперь, типа, я заныкался, почему я проигрываю, блядь? Почему не он проигрывает? Потому что справедливо. Ладно. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.